Очистка канализации – процесс малоприятный, но необходимый, особенно учитывая, что этим уже давно не занимались в городе Гал. Проводя плановую проверку всей канализационной системы, специалисты отдела городского хозяйства обнаружили места, где трубы пришли в полную непригодность. Организация ремонтно-строительного управления администрации Галского района, которой по инвестиционной программе было выплачено 1 800 000 рублей, вот уже 3 месяца ведет работы по очистке, ремонту и восстановлению всей канализационной системы протяженностью до 6 километров, куда входит 146 коллекторов. 99% производимых работ уже выполнено. В данный момент работа приостановлена в связи с погодными условиями, которые не позволяют работать в полной мере. Но по словам директора РСУ Валериана Лепсая, буквально на днях работы по очистке всей городской системы канализации будут завершены. Более 25 лет городская канализация не работала. Уже завершаем восстановление полностью от очистного сооружения до городского коллектора систему канализации. Остается лишь понять всю серьезность засоренности канализации и поэтому следить за состоянием труб, периодически откачивая отходы, а для профилактики тщательно следить за тем, чтобы как можно меньше попадало продуктов питания, шерсти и прочих предметов, которые приводят к неизбежному засорению канализационных труб и всей системы в целом. Анжела Убилава, Бижан Микава, Борис Цацо, ГАЛ ТВ.